somebody just like you. But then you walk on by, and I knew what I had to do. The way you're moving, the way you shine, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, the way you smile, it's like you put a spell on me. Намечается очень вкусный обед. Постучим, называется. Намечается очень вкусный обед. Будет салатик специально для моего таксиста, чтобы он был отвратительным таксистом, который воняет луком, поэтому салат с луком. Вот. Будем кушать остатки крылышек, доедать. У Андрея рисик остатки, у меня кускуса остатки, а у Дана суп. Да? Угу. Так что будем мы приятно и вкусно. Надеюсь, вкусно. Так что всем приятного аппетита. Ты с нами будешь садиться, да, зайка? Берись, садись на свой стульчик. Расскажи, пожалуйста, свою историю огородницы. Сейчас, подожди, я тебя приближу. Давай. Да, короче, у нас после того, как мы приехали, в холодильнике некоторые продукты. Понимаешь меня? Да блин, темно. О, давай. У нас в холодильнике остались некоторые продукты. Вот, там морковка, редиска, что еще, картошка и лук. Вот, и, короче, было, ну, лук у нас в этом был, в кладовке. И картошку, в принципе, тоже. Ну и, короче, решил я их посадить. Посадил, короче, проросшую морковку. Посадил проросшую редиску. Посадил проросший лук. Ну, лук вроде он зеленеет, конечно. А все остальное не знаю, что с ним будет. Короче, похоронил продукт. Я ему говорю, так это ж редиска с семян садится. Он говорит, да, ну значит я просто закопал редиску. Он говорит, ну картошка-то хоть это с картошки проросшей садится, или как это работает? Да, короче, ну с картошки вроде много картошки, да, получается? По идее. Да, может быть, не знаю. С лука, по-моему, что, один лук? Ну, с каждой луковицы прорастает просто верх лука, и все. Ты получаешь зеленый лук. Шикарно. И что там еще? Редиска? С редиски мы получим большую редиску. Или что, я не знаю. А с морковки? А я посадил там, где стекает как раз дождь. Поэтому он там поливается хорошо все. Класс. Да, и тут достаточно сухо, этот самый, вернее, блин, влажно. Как-то прохладно стало. Да, так оно ж сегодня утром ливень. Нет, так было ж тепло уже. А это ты заметил, как прохладненько. Да, зачем ты меня увеличишь? Не, я уже не увеличу. Ты не увеличишь? Ну ты же любишь притворяться, что ты побольше. Машина у тебя побольше. Лицо это самое. Расширила. Это, на экран сделала побольше, типа ты у меня такой грозный, здоровенный мужик. Я никогда не притворяюсь побольше. Смотрим на размер машины. Смотрим на то, насколько там поднята сидушка, чтобы Андрей там казался в этой машине большим. Да нет, ну я себя поднимаю, потому что я люблю мушкенгу. Высоко сидели, было, блин, нет, ты себя так это, потому что ты говоришь, блин, мы прям наравне с этими, надо поднять сидушку, чтобы я повыше был. Ну, так я люблю просто высокую посадку. Так все любят высокую посадку. Нет, так все просто, ну, некоторые повыше люди, они не могут высокую посадку себе такую, ну, позволить, да, чем, да, в обычной машине. Не, ну, в любом случае удобно сверху вниз смотреть на все ямы, на этот самый, на дорогу. Ну, вообще у каждого там по-разному, но я с кем не общался там на этих, на Рену, трафиках этих, или как они там... Ну, я на 10 сантиметров ниже, мне как раз нормально. А тебе на 10 сантиметров, я не знаю, как тебе не мешает крыша. Тело у нас практически одинаковое. Вот мои бедра. Вот мои бедра. И голова. Да нет, это не бедра. Вот мои бедра. Давай по косточке сравним все. Стой, не так сильно. Ты свою косточку? И косточку. Так подожди, вот у меня верх косточки, вот. А вот у тебя верх косточки. Ай, господи. То есть, соответственно... Так, ну что, распаковочка. Мне пришли вот такие вот кроссовочки. Смотрите, в какой коробке крутой.
Ребята, я их заказала, я оставлю ссылку в описании на это объявление, наверное. Там они через OLX продают. Но я просто вижу вот это, так что если кому-то на подарок, то мне кажется супер. И заплатила я за эти кроссовки 700 гривен. Ну, 650 и 7, получается 700 с доставкой полностью. Как это? А, это выезжает, выезжает. Да? Да. Вау! Ну, внутри, конечно, не похоже на изи-бут. Так, тут сразу и ты... Ну, типа, поняли, ребята. Они офигенские. Но тут нету надписи Boost. Ну, ничего страшного, так они очень крутые. Класс. Вау, какие крутые, да? Вообще крутяк, ребята. Да, тебе нравится? Так, не крути камеру. Что там, Дан? Дануся? Все, сейчас буду мерить. Дан, что ты делаешь? Честно, ну что, примерила я? Очень крутые. Вообще, очень удобные. Очень мягенькие. Класс. Очень удобные. А ты что, примерил мои те? И как? Удобные? Не? Не, мама. Тебе не очень удобные, да? Кайф. Я довольна. Супер. Очень крутые. Привет. Ты что делаешь? Да? Пришли сегодня снова в Blockbuster Mall. Приехали в игровую комнату. В общем, веселимся по полной, да-да? Давай еще. Давай. Да. Давай. 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 Давай, 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 давай. И съезжай. Ух ты! Пришли уже на остановку с Blockbuster Mall. Мы дождались закрытия детской комнаты. Сейчас ожидаем автобус. По идее, он должен прийти уже через 15 минут, но я думаю, чуть раньше. Вот. И будем отправляться уже домой, потому что мальчик у нас не легенький оказался. Но он не хочет ногами идти. Я только что наругалась с ними, он очень много пришел ножками, потом снова попросился на ручки, и я уже его донесла до сына. Очень тяжелый. Я просто уже не выдерживаю. Да, да, зайка, да. На. В общем, сидим, ожидаем. Ну, сегодня погода уже наладилась. Вроде нет такого сумасшедшего ветра. Не так прохладно. И очень-очень хорошо. Мы тут пришли домой. Дан уснул по пути. Уже проснулся, как мы зашли во двор. Но тут ситуация цирка. Дан, что делаешь? Ты утомляешься немного. С ума сошла, что ли? Ты что, с ума сошла, что ли? Что с тобой? Покажи свои косички. Как тебе с ними удобно? Да. Круто. Она смотрит и хочет такие же косички, но не знаешь, что их заплетать ее выше. Maybe baby, maybe my baby. Ты с этими косичками как какая-то типа гангстер-рэперша. Что с ней? Сынок, что с ней случилось, как ты думаешь? Кажется, она тебя старается развеселить. Шокирование по канатам! Что получается, чуть-чуть развеселить? Ну, немножко улыбку ты вызвала. И экстремальный номер.
засохло, да? Экстрим! У него такие серо-карие глаза. Просто посмотрите. На петарды! Ой. И фокусник! Шалтай, болтай, болтай! Монетка за ухом. Всем доброе утро. Мы тут с Даном собираемся сейчас поехать в эпицентр за москитной сеткой. И как раз должна прийти вторая посылка уже на почту. И мы приедем как раз сюда и заберем его босоножки. Потому что босоножки заказала ему аж две пары. Там разные. Ну, прикольные, короче, босоножки. Сейчас увидите, какие будут. Так, думаю, что мне одеть это... Домашняя футболка. Так, где? Где и что мне одеть? Вот почему у меня бесконечно существует проблема с целой кучей одежды в шкафу. Я никогда не знаю, что мне одеть. Давайте оденем вот это. Только походу придется воспользоваться утюгом. Ненавижу утюг. Так. У Дана прикидон прикольный. Осталось только верхнюю кофточку ему взять. А, я ему возьму кофточку. Будет у меня сине-желтый флаг. Так, в общем, москитная сетка нас интересует, потому что я посмотрела в интернете. Она в интернете все равно по предоплате. А по предоплате это значит, что у меня возможности скинуть нет денег, потому что использованы кредитные деньги. А это значит, соответственно, что... я их перевести не могу. Вот. Поэтому придется. Ну, короче, в итоге все равно с посылкой. Ну, чуть дешевле получится, чем взять в эпицентре. Но поедем, возьмем сейчас в эпицентре. Потому что это москвитки. Вот, бля, ну что не уходит. Теперь это надо помочь. Ну, ёлка твою. Бабушку. О, господи. Это. Оно получается, короче, одно на одно. Чуть-чуть дешевле могло бы быть. Но нет. Это. А еще я очень сильно расстроена, потому что у меня же мои наушники сгорели. Ну, не сгорели, они работают. Не заряжаются, ничего с ними не происходит с AirPods'ами. И вышли третьи AirPods. Это такие же, как у Андрея, вторые с силиконовой такой штучкой, с заглушкой. Только такие же маленькие, но как первые, которые я обожала. Ну, мне не нравится вот эта силиконовая штучка в ухо. Вот. И, наконец-то, ну, многим она не сильно зашла. Поэтому они сделали эти третьи. И AirPods, и... Блин... Люды, дай-то грошей. Что за пипец, ребята? Вы вообще видите, что происходит? Вот этот балабол Арестович сначала всех пытался успокаивать. И люди наивные второй раз поверили ему, что ему есть возможность доверять. После того, как они уже заявили о том, что они знали о войне, но просто приняли решение не заявлять об этом. И сейчас они снова повторяют те же движения и говорят, блин, ну короче, еще позавчера мы говорили, что все у нас классно, мы скоро пойдем в наступление. Но, ребята, у нас пипец. Будьте готовы к двум месяцам депрессии и захвату территории. Ну не переживайте, мы потом все отвоюем. Конечно, будет очень много потерь, а особенно опасно, потому что много потерь будет среди мирного населения. Ну так все нормально. Вот прекрасно, правда, вот человек, которого стоит слушать. Почитайте пост мэра Днепропетровска Филатова. Я полностью и полностью согласна. Вот, знаете, в России есть тоже люди, которые, типа, вливают людям в уши вот эту вот пургу, что все прекрасно. У нас тот же Арестович сидит, вливает пургу, что все прекрасно, а потом, ладно, такой, типа, ушел уже скрывать. Люди мы все, типа, оказались в жопе. О, это беда-беда, конечно. А мы тут с Даном в троллейбусе едем. Да, там.
Лен так все увидел площадку, стучался, пытался, чтобы его выпустили. В общем, едем в эпицентр за москитной сеткой. Ну что, мы съездили уже на почту. В эпицентр, сходили на новую почту, забрали посылки. Купили москитную сетку, приехали, и Дан захотел на площадку, поэтому мы зашли. Сейчас погуляем на площадке и пойдем. Это же ветер сегодня. Но тепло, кстати, не холодно. Ветер сегодня и дождик собирается. Так что мы сейчас погуляем тут. Но я не люблю эту площадку, потому что тут собираются супер сумасшедшие какие-то, супер сумасшедшие дети. И вот это все происходит. Поэтому сейчас будем идти уже домой, да, Дан? Но я прям супер устала. Я не устала. С ним, кстати, очень интересно было поехать только что на троллейбусе. Ему очень это понравилось. Такая у нас была история. Мы, короче, пришли к нам на остановку, сели в 37-й троллейбус, а туда на остановку пришел пьяный парень лет 25-26, где-то так. Нес очень большую тяжелую коробку. Поставил ее, отошел от нее на остановку. И начал говорить, что он всем нам не простит Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск и все остальное. Вот. Потом приехал 37-й, он взял эту коробку и зашел туда и начал дальше проклинать. Пишу Андрею, что если что, я в 37-м, люблю тебя, целую, обожаю. Но ситуация в том, что тут мужик с коробкой говорит, что нас всех не простит за Крым и за все остальное. И тут он на следующей остановке выходит, пишу, все, слава богу, мужик с коробкой вышел. Я тут думаю, блин, интересный денек, и на теракте побывать успела. Короче, это было на самом деле очень не смешно. Вот. Потом мы вышли с троллейбуса, и уже все хорошо. Ну, он вышел, и уже тогда стало все хорошо, но... И потом, когда мы вышли... Айё. Блин, мне сейчас надо кое-что зайти сделать срочно. Все, мы дома. Сейчас будем делать распаковочку, все примерять. Другой мультик тебе включить. Давай. Так. Что мы там это? Приобрели. Первое. И самое главное, зачем мы поехали, это москитная сетка, которую прицепит уже Андрей. Да приедет домой. И тут у нас две посылочки. Сейчас распакуем. В этой посылочке я точно знаю, что там. Боже, и пожалуйста, я надеюсь, что я не прогадала. Везде же я говорю, везде нужно скидывать деньги за все. Никто не хочет наложкой работать. Это просто какой-то ужас. Я уверена на все 100%, что я должна была не прогадать. Смотрите, какая коробочка красивенная. Так, вот, коробочка. Так, открывается. Динозавры стикеры. Это тушки. Да, у тебя будет такой. И босоножки. Боже, пожалуйста, скажите, что они по размеру. Класс, какие крутые. Вау, это кожаные босоножки. Я оставлю ссылочку в описании. Блин, офигенные. Так, надо примерить на Дан. Я очень долго искала мне босоножки, чтобы были нормальные. Тут носочек красивый, закрытый. Дан, давай. Они здоровенные, но целый размер на нас, ребята. Смотрите, там он целый полис полазит. Блин. Так, ну не знаю, попробуем не ходить, если будут большие, то все, тренда. Я же говорила, что, скорее всего, прогадаю с размером, потому что я заказала 15 сантиметров сетку, потому что у него 14 сантиметров нога. Печаль, беда. О, а тут клепки и тоже босоножки.
Ну и, скорее всего, они тоже на нас здоровенные, я так понимаю. Сейчас померим. Смотрите, я заказала более такие простые босоножки. Да, давай померим. Ну, мать померит. Ты скажешь ей: мать, что ты заказала? Ага, вот эти, может, нам, ребята, сойдут нормально. Ребят, будем ходить хоть в одних босоножках. Ну, не знаю. Более-менее, наверное. Посмотрим. Короче, заказала такие ему босоножки. Ну, не знаю. Но эти хоть более-менее, не знаю. Тут из-за того, что не регулируется задник. Блин. Я не знаю, что делать. Большие они на него. Сейчас подумаю. Ну, наверное, просто мы их потом будем носить. Я не знаю. Я не знаю, как нам действовать. Да, начинается. Нам все наклеечки прислали, ребята. Все наклеечки присылают. Так. У нас такая теперь панама есть. Панама динозавр. Сейчас, пока не видит человек, будем примерять. Панама. Это твоя панама с динозавром. Так, понятно, хорошо. Панаму я поняла. Но у тебя тут есть еще кепка. Говорили, что на твой возраст. Давай проверим. Она просто очень крутецкая. Господи, сейчас. Ребята. Одну минуточку. О! Ну, хоть с кепкой не прогадали. Смотри, это тебе кепка новая. Большевато, но нормально. Что делать с босоножками, я не понимаю. Они... Не выдержала Данулечка. Очень сильно захотела сладки. Он уснул вообще в 9 вечера на мне. В обнимку с айпадиком. Я выключила мультик, дала ему полчаса посмотреть. Думаю, сейчас разбужу. И он нормально дождется времени засыпания. Короче, полчаса он поспал. Открываю, ну, я его начинаю будить. Включаю ему мультики, чтобы он типа веселее там проснулся. А мне тут-то было, он, короче, плачет, хныкает. Ну, он типа проснулся. И потом начал плакать, хныкать, что типа он спать обратно хочет. Короче, не тут-то было. Пошли мы с ним, помыли его. Ну, я его подмыла, чтобы попочка... Подгузники же находятся целый день, чтобы попочка была свеженькая, вкусненькая, шикарненькая. И я его уложила, пошла спать. Он с удовольствием лег дальше спать. Просто завтра наведу будильник и будем вливаться в режим, потому что у нас очень сильно сбился режим сейчас. Большие проблемы с режимом, я даже так могу сказать, потому что у Дана нормального сна вечером нет, то есть я вот даже днем его могу не укладывать, потому что я не могу его уложить днем, но если я днем его сейчас укладываю, то он ложится тогда в час ночи, и то с песнями, со своими и прыжками, вот, но он тогда и спит до 11 утра, до 10. Поэтому надо наладить режим, потому что можно сказать, что это комфортно, конечно, высыпаться, нам там тролли, да? Но он очень капризный, с ним очень тяжело тогда в течение дня, потому что он у нас мальчик режимный. Без режима он часто капризничает, он хныкает, он вредничает. То есть ему, правда, вот нужно... рамки и границы по времени, когда он ложится себе спокойно, без истерики, моется, все вот эти дела делает, и нормальный, адекватный ребенок. Потому что сейчас тут
То, что вот это без режима, это очень сложно. Потому что нельзя ничего нормально не сделать, не нормально с ним погулять, потому что он просто из того ни с сего начинает капризничать. Вот. Ой, господи, то оно приближает, то оно это... Это, как это называется? То оно... То оно работает как надо. Короче, хочу заняться делами, я не знаю. Я надеюсь, что там не проснется. И не устроит нам скандал, но если он проснется, то мы пойдем с ним вставать, чтобы типа, он увидел, что мы спим, все хорошо. Вот, и потом его перенесем. Сейчас у нас только 10 вечера, я запекаю целую курицу в духовке, то, что у нас в морозилке. У нас в морозилке оказалась целая курица. Вот, и я ее решила запечь. Она очень пахнет. Я надеюсь, что ребенок не проснется от запаха курицы и не скажет, что, боже, как же ему пахнет курица. Делаем ему проветрить сейчас окошечко, чтобы в комнату зашел свежий воздух, чтобы крепче спалось, я надеюсь на это. Вот. Потому что беда бедой с этим сном нашим. Вот, у нас воздушная тревога за тревогой. Что-то это не очень хорошо, мне кажется. В общем, странная ситуация. В общем, я это жду Андрея. Очень захотела сделать вермишельку с помидорками черри. Короче, хочу сделать пасту вкусную, которую буду. Это будет просто кулинарный экстаз. И кажется, меня снова протерло меня на готовку. До этого 4 года я готовила. А потом я забеременела и родила Дана, и мне стало не до готовки. То есть я начала очень сильно уставать с Даном. Меня напрягало, что типа надо готовить, надо убирать, но то есть очень много разных дел. И как бы меня это очень сильно утомляло, и я перестала готовить, начала готовить Андрей. Потом я постепенно начала возвращаться, но мне было лень, и меня прям не вторгло от готовки. А сейчас я вот это... То-то придумала, что-то хочу приготовить, то-то на день рождения Андрея вообще полностью сама все приготовила. Я прям кайфую от этого, что ли, снова, как это было раньше. И мне это нравится, потому что я скучала и думала, блин, неужели я раньше это делала и не хотела делать? Как у меня типа это получалось? Ну, я вспомнила, да нет, я когда-то любила это делать. Так что я сейчас кайфую от готовки. От вот этого всего. Также с влогами. Я 6 лет, 7 лет веду этот канал. И 5 лет непрерывно я снимала практически каждый день. Были там моменты, когда в год, может, ну не вышло до 5 видео. Типа вот, а так вообще, то есть у меня каждый день была съемка видео, съемка влогов, каждый день я монтировала и выпускала их. Так что не каждый человек готов так делать. Поэтому я, конечно, на энтузиазме проработала 5 лет. На прям жутком энтузиазме, и мне это супер нравилось. Опять же, появился Дан, я поняла, что совсем я не успеваю. Я не успеваю наснимать чего-нибудь. Не всегда есть на это настроение, силы, желание. И я вошла в новый режим, который мне тоже очень нравится. Я прям кайфую, я снимаю не напряг. Сейчас снимаю как 5 лет назад, просто не так часто. Вот. И мне это очень нравится. Канал я свой очень люблю. И я не знаю, что должно произойти, чтобы я прям закончила съемку видео. Потому что я человек, который снимал, даже когда не было чего снимать. Даже когда я очень много времени снимала на 5S с разбитым экраном на фронталку. Короче, там памяти не хватало на видео, там ничего не хватало. Качество видео было просто ужаснейшее. И я очень... Сколько я, наверное...
не знаю за сколько, но я очень долго собирала на камеру себе первую. Купила потом в Xiaomi себе первую камеру. Она мне очень нравилась, но со временем затерлась на ней объектив. Я очень была расстроена, потому что снова качество залимое. Но хотя бы звук хороший. Короче, потом мы поженились с Андреем. И Андрей мне на Новый год подарил GoPro-шку. И я тогда была очень довольна. Это был период, когда реально я снимала и была очень-очень счастлива. Вот. Потому что и качество, и звук, и все просто превосходно. И камера сама по себе была очень удобная, маленькая. Она везде ставилась. Короче, с ней было супер-супер удобно. И она помещалась в карман и вообще никогда не напрягала. И долго хватало заряда. Вот, на данный момент... А, потом мне родители подарили... Osmo Pocket мне подарили родители, первую камеру Osmo Pocket. Но я снимала на нее, но в ней были очень большие недочеты, потому что она была очень удобная. Но мне были большие недочеты, потому что часто люди жаловались на звук, но картинка всегда была идеальная. Так, мне вот это еще сейчас понадобится. Вот. И со временем потом мы утопили эту камеру. И я поняла, зачем мы ее утопили, потому что вышла Osmo Pocket 2 не с двумя динамиками, а с четырьмя. Это прям вот было самое классное исправление в камере, чтобы был хороший звук. Теперь я настолько довольна. И вообще, я сейчас кайфую, очень сильно кайфую, потому что мне удобно снимать. У меня есть время, когда снимать. У меня есть прекрасный ребенок, который очень вырос, с которым мне кайфово, с которым я люблю проводить время, я обожаю его. В общем, я сейчас максимально кайфую, вот правда. Еще бы мне, конечно, хотелось его отправить в садик и пойти заниматься тем, чем я мечтала еще заняться с... Наверное, с класса 10-11, где-то так я себе это представляла тогда. Вот. В общем, загорелась я снова этим, когда родила Дана и пошла ходить моделью на курсы, на всякие. Вот. Короче, я реально очень довольна, только я недовольна тем, что у нас реально только все наладилось. Мы впервые зарабатывали столько, сколько нам вот хотелось очень. И нам было хорошо, мы могли себе позволить купить холодильник, купить сразу сушильную машинку, при этом каждый вечер заказывать себе еду. Там, или заезжал Андрей нам за KFC, за Макдональдсом, за пиццей. И просто в один момент это оборвалось. И это, конечно, очень сильно выбило из колеи, и я очень надеюсь, что все наладится, и можно будет спокойно жить. И все, что... все, чего бы нам хотелось, чтобы все исполнилось. Вот это самое главное сейчас. Смотрите, какая курочка, пока я вам рассказывала. Обалденно пахнет. Ждем Андрея. Ребята, боже, это просто безумно вкусно. Она все, во-первых, пропеклась, во-вторых, она просто вся отрывается. Она безумно вкусная. Я сейчас вам покажу наш ужин. Кстати, ну твои розовые трусы ни при чем тут. Давай. Смотрите, я сделала пасту. У меня крылышки. О, господи, моя волосина. У меня крылышки. У нас еще салатик есть такой. А у Андрея жопка-ножка. Что-то страшное. Это сломанная ножка. Сломанная ножка? Да, я сломанная. Понятно. В общем, будем кушать. Всем приятного возвращайся. Аппетита. И пить апельсиновый сок. И смотреть, продолжать фильм на английском с русскими субтитрами. Это, кстати, очень удобно и прикольно.